начинаются говнотерки. Значит, приходит Нюрка к бабушке Куролесовой. Ага. И говорит: бабаня. Бабаня. Тебя начнут спрашивать. А ты возьми и скажи. Действовал по приказанию начальника рейда. Підтримай вимоги Люка і заручимо дітей Лейни з моїми. Бейла стане королевою сімох королівств. А її сини будуть спадкоємцями трону. Рейна правитиме Дріфтмарком і... З часом її трон перейде до її з Люцерісом дітей. Щедра пропозиція. Давайте забудем все наши обиды. У вас две дочки, у меня два сына. Мы их это... Ха! И все! Бабаня такая. Прикольно придумала. Но, говорит, ты, говорит, можешь мне внуков привозить. Детей непонятно от кого. Завтра гейт-тауры пристроятся тебе в известной позе. А я посмотрю, как это будет. В общем, сразу союзнические отношения у них что-то не складываются. Не заладилось, да. Ну, оно дальше заладится. Бабка злая, блин, да. Бабка злая. Она подозревает, что это она грохнула ейного сына. Хотя, на самом деле, как мы знаем, это вообще не так. Это вы в кино придумали этот бред собачий. Причем не грохнули, а его отправили в Америку. Так-то башкой в камин. Да. Никто не узнал. Никто не узнал. И вот уже в Америку уехали два голубка. Упорхнули, можно сказать, из всех раскладов. Кстати, а в Америке-то, в этом самом Эссосе, их вообще никто не знает. Камон, гайс! Не знают. Если тебя там... Димона все знают, то ты почему? Ты себя проявишь там тут же, ёлы-палы, да? И... А как тебя не узнать, если ты негр с белыми волосами? Вот и с сапфировыми глазами. Кто бы это мог быть? Да у нас тут Уайт Эрп. Да. Да. В самом деле, кто бы это мог быть? И неужели за большие деньги никто не донесет папе Куролесову, что с сыном все в порядке? Да, вот он. Вон он тут, Куролесов. И его на Аркане обратно притащат пытаться огуливать Нюрку. Просто потому, что ты наследник. Да. И это просто так ты не соскочишься. Не соскочишься. За тобой линкор Бисмарк опять пришлёт двух драконов, они тебя в клетке отвезут. Помогут вернуться, да, в родные пенаты. В общем, ахинея. И начинается, ах да, Нюрка-то такая думает, зараза, с бабушкой, походу, какая-то фигня получилась, надо идти договариваться с последней инстанцией, с папой. Показывают Enter в спальню, показывают папу. Папа с этой дыркой в голове. Не, папа потом дырку ну, покажет. Ну, он пока потом, в да. какой-то этой в маске. Ну, маска у него там, да, но явно закрывает что-то страшное. Да. Всему ему нехорошо, он там хрипит, попердывает. Даймон. Брате. Кто это? Батько. Це Ейгон. Ейгон. А це Візеріс. І, значит, Нюрка вместе с дядей Димоном давай говорить папам. Они что-то плохое задумали? Ты меня защити, пожалуйста, кроме тебя некому. Потому что у тебя наследники вообще-то прямые. Они вот на это все должны претендовать, а тут что-то призлое задумали. Сделайте, папа, что-нибудь. И все. Покидает папа, папа там.